все более и более экстатичными. And I was going to be with Rakini Maya, but something is friend so well appeared.
пойдем домой. Thank you.
Thank you.
Evangelio.
Еще знаете, добавьте с подобной стороны.
Just outside the village of Nandagaon. Мы расскажем вам, что на окраине деревни Нандагаона. There is one statue of a monster. Там есть статуя такого монстра, чудовища. Аубилау. Которого зовут Аубилау. Actually, Аубилау does not exist. На самом деле он не существует. Only Mother Yashoda, she made up this story to try to scare Krishna into coming back to Vanaprasada with his father. Мама Яшода выдумала этого мистического Аубилау, чтобы испугать маленького Кришну, чтобы он поскорее вернулся домой и поужинал с папой. Krishna was playing with his small friends. Кришна в это время играл с маленькими друзьями. And Rohini Maya was sent by Mother Yashoda to tell him to come back. Мама Яшода позвала Рохини, чтобы она забрала Канаю оттуда. But in Krishna's game, they had not come to the conclusion yet, and he wanted to win the game. На матчине еще не доиграли эту партию игры, и Кришна очень хотелось победить. And he did not want to go home until he had won. И он не намеревался возвращаться домой до тех пор, пока он не выиграл. So when Rohini insists you have to come, now your father is waiting. Рохини настаивала, что папа ждет тебя за столом. Then Krishna thought, oh, I have to go. Но Кришна подумал, он придется идти домой. But his friend said, if you leave us right now when our game is in the almost the highest point, then we'll not play with you tomorrow. Но друзья пригласили его. Если ты сейчас идешь в разгар игры, завтра с тобой никто из нас играть не станет. So Krishna became worried and he continued to play. Это испугало Кришну, он решил остаться играть. Then finally, Mother Yashoda came. И уже мама Яшода сама лично пришла за ним. So when she came there, she told Krishna, soon the sun will go down. И придя Кришне, она сказала, Кришна, смотри, солнце садится уже. That's the time the Аубилау comes to the forest here and he kidnaps little boys like you. И сумерки, это то время, когда Аубилау выходит из леса и похищает маленьких мальчиков, таких как ты. So she pretended to see Аубилау and she screamed and ran away. And Krishna said, oh, why are you waiting for me? And quickly ran behind him. This way she tricked him to come home. И мама Яшода, посмотрев за спину Кришны, притворилась, что она увидела там это чудовище. Она закричала, повернулась и побежала. Кришна уже не оглядываясь, бросился вслед за мамой. So this story is the... This is a traditional story of Vraja. И это традиционная история, существующая во Враже. That place, how beloved is outside Nandagaon, is there to commemorate that. И вот это монумент этого чудовища существует там на окраине Нандагаона, чтобы памятовать об этой вилле. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур дает свою версию этой истории. Кришна would not come when Rohini told your mother is calling. Кришна не приходил с Рохини, когда она ему сказала, что мама ждет тебя на ужин. He would not come when Rohini said, look, all your friends are nicely bathed and decorated by their mothers. Why do you, but you don't look so fresh. So why don't you be bathed and decorated and again you can play? И даже когда Рохини моя пошла на хитрость и сказала, Кришна, ты посмотри на всех остальных мальчиков, они выглядят очень опрятно, чисто, красиво, они, их мамы нарядили, мама или, а ты посмотри на себя, ты неопрятно выглядишь, как-то не свежо, поэтому давай мы сходим домой, тебя мама помоет, переоденет и вернешься играть с ними снова. Кришна still would not come. И Кришна не соглашался идти домой. Father Yashoda said, your father is waiting for you. Рохини. Мама Яшода. Тогда Яшода сказала ему, папа ждет тебя дома. Then finally, Mother Yashoda said, oh, today is your birth nakshatra. И тогда мама Яшода сказала, сегодня твой лунный день рождения. So you have to come, because the brahmanas will do a ceremony. Нужно идти домой, потому что сейчас брахманы будут для тебя ритуал проводить. So when Krishna heard the brahmanas are waiting, когда Кришна услышал, брахманы ждут, because from his childhood he's trying to give great respect to the brahmanas like Bhagavad Gita, then Krishna came. И так как с детства ему внушали, что нужно всегда всячески почитать брахмана, он тут же автоматически побежал домой. So this is the version given by Śrīla Viśvanātha. Это версия истории этой литы, рассказанная, преданная Śrīla Viśvanātha Chakravarti Thakura. So baby Krishna, he may be naughty. Кришна может быть отзывником. But still, he has the highest respect for the brahmanas. Он может очень плохо себя вести, но при этом он всегда проявляет наивысшее почтение к брахманам. Another sweet element of this lila is that Mother Yashoda told a lie because it was not his birth nakshatra. Еще одна сладкая
Шудр соврал о Кришне, потому что это не было его лунной, днем рождения по лунной накшатре. Although Bhagavan is omniscient, he knows everything. When he is a little child in Vrindavan, he cannot figure out when is his birth nakshatra. So he didn't know, so he went home again. Я знаю, что Кришна — это всеведущий Бхагаван, когда он маленький, живет в Вриндаване, он не знает действительно, когда ему день рождения по лунному календарю, по накшатре. Поэтому он верит маме Шоде. How much madhurya, sweetness is there in Krishna's childhood? Сколько сладости присутствует в детских лилах Кришны? Then the other part of pastime when Krishna is older. А вторая часть драмы, когда Кришна повзрослел? It seems that this drama was inspired by hearing me explain one pastime of Srila Prabhupada Saraswati Thakur's Ачарья Расапаманда. Я подозреваю, что вдохновение на эту лилу пришло от катхи, которую я рассказывал по Ачарья Расапаманде, Шрилы Прабхупады Сарасвати Такура. Where he said that Krishna is always trying to make some trap to capture a new gopi. Который рассказывается, что Кришна идет всегда на всяческие новые уловки, чтобы поймать новую гопи. So one of his tricks is he dresses up as some ferocious beast. Один из его трюков, что он переодевается в какое-то чудовище, пугающее. In the forest, he jumps out on some gopi. И в лесу нападает на какую-то гопи, прыгает поперек ее дороги. Then when she runs away, а когда она убегает от него, he hides, takes off his costume, and then runs around and comes to the other side and says, I know where you're going to be safe. Go into this cave. Кришна бегает в сторону, быстро избавляется от своего костюма, и потом выбегает с другой стороны и кричит, я могу тебе помочь, я знаю безопасное место, иди за мной в эту пещеру. Or into this kunj. Или иди сюда, в эту рощу. And Krishna then leads her to safety. И Кришна вроде ведет ее в безопасность. And then when she's safe, и когда она действительно в безопасности, it's so fortunate for you that I just happened to be passing by here today. А потом Кришна говорит, да, тебе действительно повезло, что я оказался рядом в момент такой опасности. Otherwise, who knows what would have happened? Perhaps she would not even be alive now. Потому что кто знает, что могло с тобой стрястись, ты могла уже давно быть мертвой. Then that gopi is very grateful that Krishna saved her, but she does not know that he saved her from himself in disguise. И Гопи очень признательна Кришне за то, что он спас ее, он не знает того, что он спас ее от самого себя в гриме. Then she said, oh, I don't know how to repent. Она говорит, я даже не знаю, как выразить тебе свою благодарность. Then Krishna just smiles. Кришна просто улыбается. And then she understands how to repent. И она начинает догадываться о том, какую оплату он ожидает от нее. So it's not all anyone Shastra that they slap people anything. Поэтому драму придумать от себя нельзя, то, что не сказано в шастре. Unless you yourself have seen that lila in your samadhi. Может, если ты в самадхи эту лилу сам увидел, то тогда можно как-то решиться на это, иначе не надо. Even then better. Apana bhajana katana kari bhajana tata. When we realize in bhajan, we should not tell to others. И даже если ты увидел это в самадхи, то лучше это другим не показывать, потому что рекомендуется скрывать тайны своего бхаджана. So what Rupa Goswami has written, Sanatana Goswami, Prabhupada Saraswati, Ramananda Goswami, only we should exactly present that. Очень важно строго следовать тому, что описали наши ачарьи. Otherwise, rasabhasa doshuka. Иначе с легкостью может возникнуть расабаса, изъян расабасы. This is why before anyone did kirtan or poetry or drama, anything for Chaitanya Mahaprabhu, first Sri Damodara Goswami had to see to check everything. And then if there was no defect, then they could perform for Chaitanya Mahaprabhu. Именно поэтому перед тем, как показать Чайтанья Махапрабху какое-то выступление или зачитать поэзию, драму, песню, Сварупа Дамодара, секретарь Чайтанья Махапрабху, сам лично все проверял. Перед тем, как допустить людей к Махапрабху, чтобы не вызвать ровно неудовольствие читания Махапрабху какой-то расабасы. So it was a good effort. Это было хорошей попыткой. Everyone was reminded of Vrindavan. Все вспомнили про Вриндаван Лилу. But in future, don't make anything which is not directly in Shastra. На будущее запомни, никогда ничего от себя тебя не придумывай, того, чего нет в Шастре. In future, I will have my secretary check everything. I used to make many dramas for my Gurudeva. And every line in every
every drama was from Shastra. Каждая строка сценария была это цитата из Шастры. Это что-то было непосредственно напрямую Шастры. Sometimes whole Upanishamrita or whole Manashiksha or whole Shikshastaka would come in the drama. Может, тело Упанишамрита, Манашикша, Шикшастакам. Or 9 verses of Gopi Gita. Или Гопи, 9 куплетов Гопи Гиты. And you could ask Kalachan, he was always there. И вы можете спросить Калачан, он всегда смотрел эти драмы. Because general people, they can be entertained by anything. Обычных людей можно развлечь чем угодно. But everything we are doing is to give pleasure to Radha and Krishna. Но все, что мы делаем, это стараемся порадовать Радху и Кришну. And Chaitanya Mahaprabhu. И Чайтанья Махапрабху. And Gurudev. И Гурудеву. So they are rasic. А они расичные. So if the rasa is not perfect, they will not flourish. It will be like some piece of sand in the sweet rice. Так как они различные, если будут в пьесе или в чем-то в поэзии нарушение расы, то это как ложка дегтя, бочки меда, это все испортит для них. So if you make very nice sweet rice, but some sand goes in there. То есть если вы сладкий рис приготовили, но случайно насыпали туда немножко песка, any hungry person in the street may enjoy it. То голодающий на улице где-то может и скушает ваш сладкий рис. Rasik, a connoisseur, will say, oh, what is this? Но дегустатор хорошей кулинарии скажет, что это такое. So try to observe all of these things. Поэтому старайтесь, пожалуйста, строго придерживаться вот этих канонов. I doubled the truth. Я, к сожалению...